января в первенстве высшей хоккейной лиги Нефтекамский Торос дома принимал команду «Спутник» из Нижнего Тагила. Сейчас идет предматчевая тренировка, команда тренируется, готовится к матчу. Но перед матчем хотелось бы узнать прогноз на игру у пресс-атташе Нефтекамского Тороса Сергея Ларионова. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, какой сегодня будет счет и какая будет сегодня игра? Ну, не знаю, насчет счета я, вернее, по поводу счета я говорить ничего, наверное, не буду, потому что здесь очень сложно, и говорят, что прогнозы дело неблагодарное. Торос не совсем удачно провел выездную серию. Я думаю, он соскучился по атакующей игре, соскучился по своим болельщикам, поэтому ждать надо отличной игры Тороса. С первых же минут обе команды начали показывать атакующий хоккей, и как следствие серия удалений. И в большинстве с хорошей передачей Андрея Анкудинова Алексей Смирнов открывает счет в этом матче 1-0 в пользу Нефтекамского Тороса. А сейчас я нахожусь рядом с защитником Нефтекамского Тороса Сергеем Карповым. Сергей, откуда такой настрой? Ну, как вы знаете, у нас в последнее время не очень ситуация, поэтому домашние 5 игр нам сказали, обязательно надо выигрывать. Во что бы то ни стало, поэтому стараемся выкладываться в каждой смене. Ну, в первом периоде вроде хорошо получается. Что будете делать во втором и третьем периоде? Продолжать отступать некуда, как говорится. Поэтому будем в том же духе давить, играть в активный хоккей. Второй период начался с явного преимущества хозяев. В начале периода нефтекамцы провели пару хороших атак. Преимущество нефтекамцев вылилось в результат. На 12-й минуте с передачи Сергея Карпова и Владислава Лучкина Анатолий Степанов укрепляет преимущество ледяных глыб. Не проходит и минуты, как с передачи Владислава Лучкина Станислав Голованов делает счет 3-0. Тагильцы, будто услышав своих болельщиков, ринулись вперед. Сначала с передачи Егора Журавлева Дмитрий Уткин делает счет 3-1. Затем на последней минуте второго периода Артем Романов сокращает отставание «Спутника» до минимума. В третьем периоде сказался класс нефтекамцев. Сначала с ювелирной передачи Анатолия Степанова Егор Дубровский делает счет 4-2. Ну и на последней минуте Сергей Сальников ставит точку в этом матче 5-2. Нефтекамский Торос завершает январь красивой домашней победой. Ура! Вас победила команда Торос!